празднуем день воссоединения с Россией. То есть этого праздника мы ждали с того момента, как мы ушли в другую страну, в общем-то, таким просто росчерком пера, как оказались принадлежностью другой страны. И все это время мы здесь шла в Крыму конкретная такая украинизация. То есть мы были не против, но все-таки наш дом это Россия. Мы тебя держим. Улыбаемся.